Всем привет, друзья! Еду с тренировки и хочу вам напомнить, а кто не знал, проанонсировать, то, что в пятницу, 19 октября, будет большой стрим. Супер прямой эфир, не побоюсь этого слова, на тему, как совмещать тренажерный зал с другими видами спорта, с единоборствами, с какими-то игровыми видами спорта. Вы давно уже об этом просите. И отвечать на ваши вопросы, рассказывать обо всем об этом будут люди действительно грамотные, подкованные в этом. Спортсмены, профессора. Будет со стороны России два специалиста лаборатории спортивной адаптологии. Вы их уже прекрасно знаете, это Салим и Григор. Григор специализируется на футболе, но ведет и других спортсменов. Салим сам тяжелоатлет, но также имеет опыт довольно-таки обширный в тренинге, в подготовке различных спортсменов. А мы знаем, что огромное количество людей занимается борьбой, боксом, люди занимаются футболом, хоккеем, и все-все хотят подкачиваться. Не у многих получается совмещать это удачно. Как это делать? Можно ли это делать? Вот на эти вопросы будут отвечать Салим и Григор. А также со стороны Америки будет бразилец. Вы тоже его уже знаете, любите. Стефан Диас. Стефан очень грамотный специалист. Он также учился у Силуянова, работал с Силуяновым, подготовил и готовит огромное количество спортсменов. Именно спортсменов хочу подчеркнуть. Он работал, и его пригласили в Америку не просто так, из Бразилии. Он профессор, сам занимается борьбой, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И он был 10 лет почти одним из ведущих тренеров American Top Team. Это, наверное, самое высшее, чего может там достигнуть тренер здесь в Америке. Тренировал Сильву. Я не очень разбираюсь в борцах, но довольно-таки известных людей. Можете набрать в интернете и посмотреть. Также он тренировал и продолжает тренировать партнера Шумахера и его сына. Сына поднял вообще на очень высокую ступень. Он пока был мелкий, занимался картингом, а когда перешел на вот эту Формулу-4 или что там у них сначала, для него болид был вообще очень тяжелый, он уставал, парнишка, и был там в рейтинге очень-очень низким. Но он его вывел в топ-3, представляете? И огромное количество боев, побежденных американцами в UFC, это тоже заслуга Силуянова через Стефана. Как это все совмещать? Вы постоянно пишете различные вопросы. И я понимаю, сам тоже с этим сталкивался, потому что играю в хоккей вратарем, и мне тоже необходима выносливость, скорость, резкость, быстрота. Все эти качества мне тоже просто необходимы. И если раньше... Я тоже всю жизнь в спорте, чтобы вы понимали. Я отучился в спецклассе по футболу. У нас были тренировки утром до школы. Потом школа, потом тренировка. Естественно, мы везде бегали. Так вот, друзья, бег мне не прибавлял выносливости ни на грамм. Я был самым быстрым даже среди лучших футболистов. А в футбол я играл, я тоже был вратарем. Среди полевых игроков на 60 метров, на 100 метров никто быстрее меня не бегал. Но на длинные дистанции я прибегал последним даже, наверное, среди девчонок. И вы понимаете, меня это задевало. Я бегал и сам по утрам, и тренировался еще с командой. Ни грамма выносливости это мне не давало. Я умирал, задыхался. Уже
в зрелом возрасте, мне было 34 года, я попробовал себя в своей мечте. Я всегда мечтал быть хоккейным вратарем. Но так как в Молдавии у нас катков нет, не было. Ну, сейчас, по-моему, один открыли вот недавно, один олигарх молдавский. А до этого не было катков у нас. И, естественно, я играл в футбол. Зимой только мы во дворе с пацанами там бегали, даже без коньков играли в хоккей. И вот в 34 года я первый раз встал на коньки. Было довольно-таки очень смешно. Когда более-менее чуть-чуть научился стоять, не говорю кататься, на коньках, я выходил уже потихонечку тренироваться, играть. Когда я начал играть уже в чемпионате, в чемпионатах, в России это было, я очень сильно умирал. Буквально вот 15 минут отыграю, все, ноги просто отказывались меня держать. Закислялись страшно. И что вы думаете? Я столкнулся впервые с Силуяновым, с его методикой повышения выносливости. И даже неправильно делая все, у меня повысилась выносливость. Я стал играть не только одну игру целиком, легко, но уже играю частенько две игры подряд. Бывают такие ситуации, вратарь по той или иной причине не приезжает, и команда просит, чтобы кто-то заменил. Естественно, остаешься, играешь, получаешь удовольствие, несмотря на то, что, конечно же, все равно устаешь. Я не говорю, что вы не будете уставать, вы все равно будете уставать, но выносливость свою вы сможете очень хорошо повысить. И вы знаете, я еще и тренируюсь, качаюсь довольно-таки тяжело, чуть ли не каждый день по глупости по своей. И два раза в неделю играю в хоккей. В дни, когда я играю в хоккей, я, естественно, стараюсь. И чаще всего я отдыхаю, я не посещаю тренажерный зал. А если и посещаю, то это может быть короткая или легенькая тренировочка. И как минимум, чтобы после того, как она закончилась, у меня было как минимум 6 часов еще на восстановление, на отдых перед хоккеем. Но, повторяю, лучше этого не делать, потому что очень быстро приходит переутомление. А перетренированность, вы знаете, самое страшное. Так что, друзья, 19 октября, пятница, 22 часа по Москве. Жду всех вас с подготовленными вопросами. Можете писать вопросы уже в Инстаграм, ВКонтакте, на Ютуб. И мы будем с сотрудниками лаборатории спортивной адаптологии, с Оливом Григором и с американским спортсменом, профессором Стефаном Диасом. Они в первую очередь, естественно, будут отвечать на ваши вопросы. Как грамотно совмещать тренировки в тренажерном зале со своим видом спорта? Будь то единоборство или и какой-нибудь игровой вид спорта. Вы однозначно получите положительный результат. На самом деле сейчас все лиги американские, начиная от бейсбола, заканчивая американским футболом, практикуют тренировки с железом. Обязательно. Кто-то делает это более-менее правильно, кто-то не очень, но все-все практикуют. В американском футболе вообще есть нормативы, когда они возвращаются после летнего отдыха или когда у них там межсезонье. И каждый американский футболист должен сдать нормативы. Жим-лежа у них туда входит. Не буду врать, какие еще другие, потому что подзабыл. Но все-все работают с железом. То, что железо закрепощает, это миф. Если, конечно же, все делать грамотно, после силовой работы и вообще ежевечерне производить растяжку,
на все группы мышц, особенно на те, которые сегодня тренировали, то вы гарантируете себе безопасность и пользу от совмещения тренажерного зала и вашего вида спорта. Но очень много есть специфических нюансов, которых мы с вами не знаем, но, надеюсь, и Стефан, и Григор, и Салим поделятся с нами своим опытом. Особенно интересно, что расскажет Стефан. У него огромный опыт работы с Силуяновым. Он работал над футболистами Бразилии, потому что в Бразилии самый популярный, массовый, там, где вообще все, даже дети еще в утробе матери начинают играть в футбол. Естественно, это футбол. И борьба. Это два самых популярных массовых вида спорта в Бразилии. Плюс у Стефана уже огромный опыт работы здесь, в Штатах, в Америке. И представляете, у вас есть совершенно бесплатно уникальнейшая возможность задать свой вопрос людям такого уровня. Поверьте, все эти исследования, все вот грамотно составленные программы тренировок, особенно под наблюдением таких специалистов в лабораториях, это очень дорогого стоит. А мы с вами имеем шанс получить это совершенно бесплатно. Поэтому, друзья, пишите вопросы обязательно под стационарными постами. Это прямой эфир, я эти вопросы не увижу. Поэтому найдите, вот буквально недавно я выложил пост стационарный, фотография, где Григор, Стефан, Салим, я. И вот под этим постом пишите ваши вопросы. Обещаю, что все вопросы, которые вы напишете под тем постом, мы в прямом эфире озвучим. Напоминаю, это 19 октября, пятница, 22 часа по Москве. И будем набираться опыта. О чем я еще хочу сказать? Мне Стефан дал почитать книги Силуянова. Друзья, я нахожусь серьезно в глубочайшем шоке от той полезной информации, собранной в его книжечках. Почему эти книги массово не распространяются среди инструкторов, тренеров, фитнес-залах, фитнес-центрах, тренажерных залах, в любых подвальных качалках, во всех спортивных секциях? Я просто не понимаю. Настолько уникальнейшая информация собрана Виктором Николаевичем Силуяновым. И чтобы вы понимали, это не блогер какой-то, не я, который черпает информацию везде, пытается ее переосмыслить, да, и выдает уже вам. Нет, это человек от науки, сам спортсмен, что самое главное, подчеркиваю, такого вы в принципе вообще никогда не встретите. Чтобы человек был спортсменом от науки, а еще если он и доктор, это вообще просто фантастика, если у вас есть такие знакомые. Так вот, Виктор Николаевич собрал для нас с вами все, что нам необходимо с разных направлений науки. Это и биомеханика, и биохимия, и физиология, и анатомия. И самое главное, вот действительно, вот это сочетание биохимии с физическим упражнением, потому что наука до сих пор не понимает, спорит. Но факт остается фактом, что с помощью физического упражнения мы воздействуем с вами на наш организм, на мышцы и механически, и биохимически. То есть упражнением вызываем структурные разрушения, да, какие-то, плюсом мы вызываем биохимические процессы, усиливаем их. И если мы это будем делать грамотно, а в книгах это рассказано и настолько просто, простым языком, без каких-то там рассусоливаний, философствований, как это люблю делать я, уж извините, все очень четко. По питанию, по тренингу, как питаться для тех, кто хочет максимально быстро, но самое главное, подчеркну,
с сохранением и улучшением здоровья уменьшить жировую массу и увеличить мышечную массу. Представляете, расписано все, как питаться в дни тренировок, как питаться в дни отдыха. Виктор Николаевич, так же как и я, разделяет день тренинга, это когда у нас силовая тренировка, а аэробная нагрузка или вообще отсутствие любой нагрузки, это у нас дни отдыха. Есть как питаться для тех, кто уже сбросил лишний жирок, хочет сохранить его на том уровне, в котором он находится сейчас, на низком, и при этом увеличивать мышечную массу. Тоже разделено и на дни тренинга, и на дни отдыха. Все конкретно расписано. Что с чем можно сочетать, что с чем нежелательно сочетать. Друзья, уникальная информация, полезнейшая. Вы ни на одних курсах не получите такой информации. Почему? Да потому что все курсы заточены в первую очередь на то, чтобы обучить человека не как быть грамотным, хорошим инструктором, который дает полезнейшую информацию, которая помогает нам с вами развиваться, достигать наших целей, поставленных перед собой задач, через грамотно построенный дневной рацион питания, через грамотно составленный периодизационный план тренинга, который будет охватывать все физические качества, все 5 физических качеств, задействовать все типы мышечных волокон, будет развивать миофибрилы, будет развивать митохондрии и в гликолитических, и в окислительных волокнах. Понимаете? И, к сожалению, не этому обучают на курсах. На курсах обучают только тому, как выманивать из нас денежку. И чем это делать грамотнее, тем для фитнес-клуба лучше, потому что я сам владельцем был и в России фитнес-клубов, и сейчас в Америке являюсь. И вы знаете, что на самом деле, друзья, фитнес-клубы зарабатывают именно на персональном тренинге. Просто, чтобы вы понимали, к примеру, в Gold Gym в среднем полчаса где-то стоит $50. И представляете себе, да, что тренеру, инструктору от этого в лучшем случае идет $45. В лучшем случае. А вообще, в принципе, до 70%, а в некоторых клубах и выше, в зависимости от сети, забирает себе фитнес-клуб. Многие фитнес-клубы, и в России тоже стали этим пользоваться, зарабатывают и возвращают вложенные инвестиции уже на этапе строительства. Ну, как минимум 50-70% отбивают. Представьте себе, да, сколько миллионов вкладывается, и на этапе строительства, в Америке это полгода, год максимум, идет, естественно, реклама, продажа абонементов, и уже на этом этапе бизнесмены отбивают свои деньги. Естественно, фитнес-индустрия, как и любая теперь современная деятельность, начиная от продуктов питания, это бизнес живет и действует, естественно, по законам рынка, по законам бизнеса, где потребителю уделяется внимание только как к дойной корове. Извините за такое сравнение, но действительно, мы таковыми являемся. И для любых специалистов, зубных врачей, всех сейчас обучают так, докторов, для того, чтобы мы были постоянными клиентами, чтобы мы постоянно приходили лечить выпадавшие пломбы, чтобы мы постоянно платили за персональный тренинг, мифы все, которыми нас кормят. Настолько этот мир лжив и лицемерен, и фитнес-индустрия, поверьте, среди лидеров находится, если говорить о том, о чем мы с вами вот сейчас рассуждали. Друзья, мне очень интересно, что вы думаете, и не только на эти темы, которые я затронул сегодня. Что вы думаете вообще в принципе о тренировках? Как вы относитесь к тому, как я подаю информацию? Нравится ли вам информация? Пишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели еще услышать, какие темы хотели бы, чтобы мы с вами затронули, обсудили. И естественно, друзья, естественно, в эту пятницу, 19 октября, в
22 часа по Москве, жду всех вас на суперстрим. Супер прямой эфир, посвященный совмещению тренировок в тренажерном зале с вашим любимым видом спорта, будь то единоборство или игровые виды. Будут очень серьезные и грамотные специалисты: Стефан, Григор и Салим. Вы всех их прекрасно уже знаете. А если вы наткнетесь на этот ролик, друзья, уже через неделю, месяц, а может быть год, не расстраивайтесь, я оставлю ссылочку на прямой эфир в описании под этим видео. Перейдите, посмотрите, не забудьте поставить лайк или дизлайк, написать комментарий без оскорблений и грубостей, желательно обосновывая свое мнение, свою точку зрения, если она у вас есть. Делитесь моими роликами в своих соцсетях. Не забывайте задавать вопросы, потому что появилась новая рубрика у меня, вы видели, Стефан отвечает на вопросы. Каждому вопросу интересному посвящен отдельный ролик, минут на 8-12, где Стефан подробно разжевывает, рассказывает, как, что и когда необходимо нам с вами делать по тому или иному вопросу. Друзья, не забывайте, что именно вы делаете канал интерактивным. Не забывайте, что кроме вас некому его делать, потому что ориентируюсь я именно на ваших потребностях через те вопросы, которые вы пишете в комментариях. И, естественно, только так я могу делать канал лучше. Потому что, как вы понимаете, за 4 года работы, в принципе, я перебрал уже практически все темы, какие только мог. И теперь надежда только на вас. Не забывайте смотреть старые ролики, в них тоже очень много полезной информации по питанию, по тренингу, по женскому тренингу. И спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Жду вас в пятницу. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба. Кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.